Шуе, народ. Вы на канале Реал 2004. Сегодня мы будем пробовать делать кофе с майонезом. Для начала нам нужна сама кофе, как вы видите. Она здесь, кружка фирменная. И, собственно говоря, майонез. Не хочется рекламировать это. Так, и для начала еще сахар. Сахар? В смысле, где сахар? Нет. А, во. Ага, берем сахар. Одна коробочка, она не должна быть кипяченой. Вам мой совет. Берем две ложки. Раз. Два. И одну чайную ложку сахара. Здесь. Оставим уже назад, чтобы у вас не отпиздила мамка, когда узнал, что вы взяли ее кофе. И, собственно говоря, наливаем воду. Блестящая вода. Немножечко ржавая, но это не важно. Главное, эффект, вкус. Какой на вкус супер рецепт. Мне посоветовали, посоветовал один друг. Короче, наливаем. Думаю, этого должно хватить. Поставим, чтобы не мешало. Перемешиваем. Надеюсь, он хорошо видит. Быстрее. Часовой против часовой. Так. Горячее. Так, пробуем. Как говорится, на здоровье пить. На запах-то кофе, а на вкус-то... Фу. Фу, бла! Май гад! Просто невыносимо! Фу! Бла! Бла! Блин, у меня мурашки по коже от этого вкуса. Не советую никому это делать, это варить, пить или что-то с этим делать. Выкиньте это сразу. Сейчас вам покажу, как надо выкинуть. Потом помню. Ну, если кто-то скажет вам, что что-то вкусно, пошлите его.